Доброго всем дня моим знакомым, друзьям. Вот показывал видео, посмотрите, если кому интересно. Это блюдо, предыдущих видео есть, блюдо из черешни. Я пропитываю его своим масловоском. Вот такого цвета. Здесь пчелиный воск, растопленный, очищенный, льняное масло и канифоль, расплавленная на водяной бане. Вот пропорции у меня в видео раньше были. Спрашивайте, я еще раз, если надо, скажу, как это делается. Добавляю для запаха эфирные масла различные. Они дорогущие, но это того стоит. Но мы пользуем их. Для кремов делаем всякие. Женушка делает. И вот такая получается красота. Видите, мало того, что не буду здесь ни рисунков, ничего делать. Очень красиво дерево черешня. Мне ребята оставили. Вот я сделал. Ну, примерно из такого вот куска черешни. Все, всем добра, всем блага.